приветик, ребята! Ну что ж, мы начинаем нашу первую тренировочку в жарких странах. Итак, сегодня я хочу вам показать некоторые мои любимые упражнения, которые можно выполнять с помощью стула. Если кто помнит, у нас когда-то была такая тренировка, еще очень-очень давно. Если вы еще не видели ее, проходите по ссылочке этого видео. Ну а сегодня я вам покажу совершенно новые упражнения, которые мне очень полюбились. Итак, первое наше упражнение – это прыжки на стул. Работает все ваше тело. Это упражнение со взрывной силой, то есть вы будете напрягать все мышцы вашего тела и сжигать много-много калорий. Я советую вам сделать 15 повторов и 2 подхода. Итак, вам нужно встать перед стульчиком и, помогая себе руками, запрыгиваем на него. Приземляемся на носки и спрыгиваем в то положение, с которого начинали. Старайтесь не горбить спину и дышать ровно. Итак, следующее упражнение – это выпады вперед с упором на стул. Я советую вам сделать 20 повторов на каждую ногу, всего 2 подхода. Здесь у нас, конечно же, работают ноги и ягодицы. Делаем выпад, при этом становимся на полную ступню, и когда встаем, выводим носочек наверх. Старайтесь почувствовать растяжение бицепса бедра и работу ваших ягодичных мышц. Следующее упражнение – выпады в сторону с упором на стул. Так же само 20 повторов на каждую ногу, всего 2 подхода. Опять же работают ваши ноги, вернее внутренняя поверхность бедра и, конечно же, ягодицы. Итак, ставим сначала одну ножку на стул, руки ставим перед собой и присаживаемся на опорную ногу. Следите за тем, чтобы колено опорной ноги не выходило за носок. Немного наклоняем корпус вперед, при этом спина остается ровной. Поехали дальше, а дальше у нас махи в сторону с упором на стул. 20 повторов на каждую ногу, 2 подхода. Здесь у вас будут работать все бедра, внутренние, внешние и ягодицы. Для удобства можете постелить себе подушечки на стул и сделать упор на одно колено. Двигается у нас одна нога. Держимся рукой за спинку стула, а вторая рука на поясе. Поднимаем ножку как можно выше, до параллели с полом или даже еще выше. При подъеме ноги делаем мощный выдох ртом. Следующее упражнение, которое я вам посоветую, это выпад и мах ногой. 20 повторов на каждую ногу, 2 подхода. Итак, становимся перед стулом и держимся руками за спинку стула. Стоим в выпаде и при подъеме поднимаем одну ногу как можно выше, сжимая при этом ягодицы. Здесь старайтесь держать спину ровной и взгляд перед собой. При подъеме ноги делаем выдох. Следующее наше упражнение – это толчок ногой с упором на стул. 20 повторов на каждую ногу, 2 подхода. Итак, делаем упор локтями на стул и затем выводим ногу как можно выше, сжимая ягодицы. Вторая опорная нога стоит на носке, колени не касаются пола. При подъеме ноги делаем выдох, а спинку держим ровной. Следующее упражнение, одно из моих любимых, это мертвая тяга в болгарском выпаде. 20 повторов на каждую ножку, 2 подхода. В руках у меня гантели по 2 кг, вы можете взять удобный для вас веса. И мы ставим одну ножку на стул, вторая перед вами, совсем немного делаем угол в колене. И мы опускаемся вместе с гантелями как можно ниже. При этом очень важно сохранить вашу спину прямой. Чувствуйте, как растягивается и напрягается бицепс вашего бедра и, конечно же, ягодицы. При подъеме делаем выдох. А дальше у нас смешное упражнение «Жабка лежа на стуле». Всего 20 повторов на 2 подхода. Здесь у вас будет работать бицепс бедра и, конечно же, ягодицы. Итак, мы ложимся на стул животиком и хорошо держимся за ножки стула. Согнутые в коленах ноги поднимаем как можно выше, сжимая при этом ягодицы. При подъеме ног выполняем выдох.
И давайте приступим к упражнениям на пресс. Это скручивание, сидя на стуле. 30 повторов, всего 2 подхода. Все очень просто. Мы садимся на стул, можете подложить себе подушечки. И, держась за спинку, выполняем скручивание. Подводим колени к себе и подтягиваем корпус. Старайтесь выпрямиться в ровную линию. При подтягивании корпуса делаем выдох. А в следующем упражнении мы будем выполнять уровни напротив стула. 30 повторов. Садимся напротив стульчика и выдвигаем ноги сначала вниз, затем наверх, подтягивая при этом корпус. При каждом движении делаем выдох. Чувствуйте, как напрягаются мышцы вашего пресса. В следующем упражнении вы почувствуете напряжение нижней части пресса, и это поднятие ног, сидя на стуле. 25 повторов, всего 2 подхода. Мы садимся на краешек стула и держимся руками за седлушку. Затем поднимаем прямые ноги и разводим их в стороны. Немного наклоните корпус назад для того, чтобы почувствовать мышцы вашего пресса. При подъеме ног выполняем выдох. Следующее упражнение для пресса – это опускание ног в планке на стуле. Всего 25 повторов, 2 подхода. Мы становимся в планку, ноги стоят на стуле, корпус прямой, ягодицы поджаты и руки ваши четко под вашими плечами, взгляд вниз. Медленно опускаем прямую ногу вниз, поднимаем ее обратно и затем вторая нога идет вниз и обратно. Со стула можно тренировать даже руки, и это поднятие стула перед собой. Здесь у вас будут работать в основном передние пучки дельт. 15 повторов, 2 подхода. Поднимаем стульчик перед собой на уровне груди и опускаем его вниз. При поднятии делаем выдох. Конечно, не забываем про трицепс. Это поднятие стула над собой. Тоже 15 повторов, 2 подхода. Поднимаем стульчик как можно выше над собой, выпрямляя руки в локтях, и затем его опускаем. При поднятии стула делаем выдох через рот. Большое вам спасибо за просмотр. Совсем скоро встретимся в новых ярких видео на пляже. Всем удачи и пока-пока!